Друзья, привет! Меня зовут Саша Умаров, я лидер рынка России. И сегодня большое первое ежегодное мероприятие Dreamkit. Эмоции переполняют. Есть стойкое ощущение, что ты находишься в каком-то очень крутом приключении, и вот оно сейчас начинается. И я уверен, что впереди ждет очень много трудностей, вещей каких-то, которые нам предстоит решить, проблем. Но я уверен, что люди, которые сегодня собрались, потрясающая сплоченная команда, которая создаст из Dreamkit по-настоящему крутой бизнес. Каждый раз, каждый день, с каждым новой открытой кофейней, с каждым подобным мероприятием мой уровень уверенности, он все растет выше и выше. Только одна фраза крутится у меня в голове, что все только начинается. Меня зовут Елькин Андрей, я партнер Dreamkit в городе Перми. Почти закончили проектирование мануфактуры у себя для своей сети. И было очень интересно посмотреть на масштабную мануфактуру, которая будет в Москве обслуживать несколько сотен кофеен. Площадь, цеха, оборудование – это все, конечно, впечатляет, и это очень круто. Но меня лично больше всего впечатлила вовлеченность Антона, лидера мануфактуры. И вот это вдохновляет больше всего, что в Dreamkit приходят такие люди. После этого уверенность прибавляется, что и у нас в Перми тоже все будет круто. Меня зовут Антонюк Антон. Я отвечаю за направление еды и развития производств в Dreamkit. Сегодня мы с вами находимся на производстве Dreamkit. Оно у нас разделено на три блока. Первый блок – это мануфактура. Мы каждый день готовим фреш-продукцию в виде завтраков, сэндвичей, салатов, десертов, выпечки. Все это упаковываем, комплектуем на каждую точку и отправляем в кофейни. Второй блок – это у нас пекарня. Она еще на стадии стройки у нас, рассчитана на 300 плюс кофеен. И третий наш блок – это склад, такой юнит, который будет снабжать все кофейни, которые прикреплены к данной мануфактуре, нонфудом. Новая мануфактура удивляет своими масштабами. 1500 квадратных метров выглядит грандиозно. В Ростове мы открыли нашу мануфактуру на 30 квадратных метрах, поэтому, конечно же, мы были сильно удивлены. Все организовано очень логично, качественно, продумано. Спасибо Антону, как он круто провел экскурсию. Ну а в конце экскурсии нас угощали новыми продуктами. Это было восхитительно. Новая линейка продуктов в меню Dreamkit – это действительно будет круто. Миш, как дела? Что сегодня здесь происходит? Расскажи. Сегодня съезд, сегодня презентация, сегодня кофе, сегодня вообще куча всего. Кто сегодня с нами? Представь. Пожалуйста, господа, знакомьтесь, это Никита. Это лидер команды проектирования Dreamkit. Никита не смог приехать сам, отправил свою копию. Кажется, вот подустал сидит. Никита, нет? Никита, ну, я бы тоже подустал, если бы я столько точек спроектировал. Это какой-то новый, волшебный, эксклюзивный напиток от Dreamkit. Классный вкус, необычный. Напоминает прям имбирное печенье. Новый дроп, тестовый, который в ноябре будет. Имбирный пряник, по-моему, с посыпочкой. Было очень вкусно. Рождественский вкус, я повторюсь. Напоминает имбирный пряник со вкусом человека песочного. Предприниматели предпринимают, они принимают решения, и мне кажется, самое классное не только в Dreamkit, а в целом в Dodo Brands, это вот это комьюнити партнеров, вот этот движ, который способствует росту, развитию не только скиллов, но и людей всех здесь. Это дорогого стоит. Мы 8 лет назад начали смотреть за Федором, но хватит смотреть, надо включаться, вовлекаться. Мне кажется, такое нельзя пропустить, ребят. Нам нужны точно сильные партнеры. Мы строим большое будущее. Давайте строить его вместе. Зовем тебя тоже. В
впечатления, как всегда, эмоции зашкаливают. Очень классно было увидеться со всеми партнерами, всех обнять и обсудить возможные планы развития DreamKit. Я сегодня рассказывала про развитие на дубайском рынке, потому что мы часто говорим, что DreamKit в ближайшее время уже станет мировым брендом. И на самом деле первые шаги в этом направлении уже ведутся. Спасибо вам и дорогим командам, и дорогим нашим партнерам, которые приехали. Всем до встречи в DreamKit! Сегодня у нас первый отдельный съезд DreamKit Россия. Посмотрите, полный зал, полный партнеров, коллег. Классное ощущение, чувствуется такой вайб роста, вайб любви к гостям, любви друг к другу. Много проблем понакидывали, много вопросов. Совсем согласен, будем решать и давать классный опыт гостям. Прям будет круто. Передаю привет бариста, которые нас смотрят, ребятам из кофеен. Ребят, в конце концов, это делаете вы. Благодарю вас за вашу работу. Будет очень интересно.